государственное учреждение здравоохранения детская специализированная психоневрологическая больница номер 1 основана в 1989 году в Заволжском районе города Ульяновска Комитетом здравоохранения Ульяновской области для выполнения функции этапа восстановительного лечения детей, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Больница стала родоначальником детской реабилитационной службы в городе Ульяновске и Ульяновской области. Специалисты больницы постоянно осваивают и внедряют в свою работу и деятельность учреждений новые методики диагностики, реабилитации и социальной адаптации пациентов, что позволяет повысить эффективность проводимого лечения и сокращает сроки пребывания детей в стационаре, делает учреждение привлекательным и востребованным на рынке медицинских услуг. Работа с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра в условиях больницы, представляет комплексную реабилитацию, одновременно охватывающую различные направления работы. Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска до 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических методик. Скрининговые психолого-логопедо-педагогическое обследование детей группы риска и с признаками РАС позволило диагностировать в среднем у 54 детей в год группы риска или впервые установить диагноз. На базе индивидуальной клинической оценки состояния ребенка предоставляются разные лечебные компоненты – фармакотерапия, психотерапия, как индивидуальная, так и семейная, кинезотерапия, физиотерапия, массаж и другие виды. Обязательным условием успеха в работе с детьми с РАС является индивидуальный подход, повторение полученных знаний и навыков и обучение родителей ребенка, продолжению и выполнению занятий по развитию двигательных и когнитивных функций, формированию коммуникации в социуме. Начатое ранее мультидисциплинарное командное лечение и социализация помогли семьям адаптировать детей для посещения коррекционных групп в детских дошкольных образовательных учреждениях или начать образовательный процесс в общеобразовательном учреждении. Таким образом, на сегодняшний день государственное учреждение здравоохранения детская специализированная психоневрологическая больница номер 1 является центром по оказанию детской реабилитационной помощи на территории города Ульяновска и Ульяновской области на достаточно высоком уровне.